На 4-й Генеральной Ассамблее УВИГУ губернатор Сергей Морозов представил концепцию развития области до 2030 года. Программа состоит из 10 пунктов. По мнению руководства области, их выполнение позволит шагать региону в ногу со временем. Как отметил Сергей Морозов, концепция уже реализуется. При ее составлении учитывался опыт крупнейших мировых центров, таких как, например, Сеул. Мы обозначили перед своим регионом, на мой взгляд, понятную и ясную цель. Создать умный и богатый регион с умными и креативными людьми, с умной и конкурентной экономикой. Для нас тем более это очень всегда важно, потому что основой нашей социальной политики является человек. А человек превыше всего. Среди других пунктов – развитие частно-государственного партнерства, умная ориентация экономики в национальной технологической инициативе, поддержка инновационных технологий, межрегиональное и международное сотрудничество. Программа только начала выполняться, но области есть чему поучиться, считают участники Генеральной Ассамблеи. Мы бы хотели особо отметить пункт, касающийся взаимодействия с частным сектором. Правительство собственными силами не может реализовать все возможные инициативы. И поэтому развитие частного сектора, по примеру Ульяновска, мне кажется, наиболее приоритетным. Кроме того, на Генеральной Ассамблее было принято еще несколько важных решений. Одно из них – изменение названия самой организации. Мы расширили нашу миссию и внесли в нее некоторые изменения. Теперь она стала заключаться в переходе от умного города к умному городу с устойчивым развитием. И в связи с тем, что мы внесли изменения в нашу миссию, мы решили изменить наше название. И отныне мы будем именоваться Всемирная организация по устойчивому развитию умных городов. При этом привычная знакомая аббревиатура УИГУ останется прежней. С изменением названия организации произошло ее расширение. Количество городов-участников возросло со 115 до 123, а лучшие практики умных городов были отмечены призами Всемирной организации. Егор Цитов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.